Виктории Дейнеко исполнилось 35 лет. Правда, от грандиозного празднования юбилея певицы пришлось отказаться. Никаких вечеринок из-за плохого самочувствия не было, вздыхает артистка. Правда, не уточняет, какой именно коварный недуг помешал ей оторваться на всю катушку и сорвал планы. Хочется верить, что ничего серьезного. Платье и ужина в кругу самых близких никто не отменял, заметила Дейнеко. В социальных сетях она поделилась видео торжества среди родных. «Я благодарна каждому за теплые слова, за цветы и подарки», — говорит певица. «Я очень счастливая девушка. У меня замечательная семья, чудесная дочь, мои друзья и мои поклонники». Напомним, Виктория стала известна после телепроекта «Фабрика звезд 5». «Фабрику» я вспоминаю исключительно с благодарностью. Тем более, там меня стали называть якутским бриллиантом. Художественный руководитель того проекта Алла Пугачева к Вики благоволила. К сожалению, после окончания проекта мы виделись с ней и общались не так много, вздыхает Виктория. Но я всегда помню, какой вклад она внесла в мою карьеру, помню ее советы и уроки.